Всем привет снова, девочки мои! Сегодня 8 марта, я поздравляю вас с этим прекрасным днем. Желаю вам счастья, здоровья, любви, всего-всего-всего самого хорошего. Будьте любимы, любите, улыбайтесь, чтобы ваши глаза блестели от слез радости, чтобы вы не знали никаких проблем, чтобы все-все в вашей жизни прекрасно было. Я вас очень сильно люблю, спасибо, что вы у меня есть, я этому очень-очень рада и... Всего хорошего! С праздником! Сегодня нас пригласили в гости с Павлом. Где он там? Котик. Вот, в гости. Да, мы уже почти собрались. И я только смотрю, а на улице смотрите, что у нас. Та-да! Совсем не весенняя погода, совсем не 8 марта. И пошел дождь такой мелкий. Я не знаю, нам тут идти. Нас пригласила Галя, мы пойдем к ней, к ее маме. А у нас будет селедка под шубой и, возможно, еще что-нибудь вкусное. Жду не дождусь. И да, и вот пошел дождь, и я сейчас, наверное, немножко буду ждать, когда он пройдет. Тучка небольшая вроде бы. И побежим уже быстрее на вкусниши. Так что да, у нас такое, сниму немножко, как мы посидим, возможно, если будет до камеры. Иногда просто бывает такое, что я обещаю вам снять видео в гостях, но я вам этого не снимаю, потому что не до камеры, вот не хочется. Просто приходишь, такая обстановка, что не хочется брать камеру, не хочется вообще что-то снимать, а просто сидим, отдыхаем, разговариваем, поэтому да. Так что возможно, что и сегодня не сниму, но постараюсь. И сейчас детвора пока занята своими делами, а я вам покажу самое главное, девочки. Вы только посмотрите на это. Сало, шуба, шуба, боже мой, и мама Таня. Смотрите, какая прелесть. Боже мой, я прям как на родину вернулась. Я в раю. Что может быть лучше, когда приезжает мама? Даже если не твоя, а чья-нибудь. Кази, привет! Кази, привет! Я Кази, привет! Ну скажи привет! Эй, дружок! Ой, аккуратно. Опа! Куда полезла жопка? Одна там, вторая в тазике. Юбия! Боже мой, боже мой. Мне кажется, я теряю сознание. Итак, волнующий момент. Да, вы поняли, как надо. Красота и дружина. Да, конечно. И женушка тут с букетом. Молодцы, ребята. А что вы делаете? Ой, возьму. Все. Скажи, я сплю. Это зайчика. Зайчика. Ой, повалился. Видишь, как сразу. Один от одного момента все хватает. Паш, пошли. Мама кофе свое добьет, и уже надо идти. Это уже темная ночь. Жень, ЖТ, ну давай.